Всем привет, дорогие друзья, на связи Центурион, и это очередное видео, а точнее очередной обзор. В сей раз мы поговорим о новом балансе. Попытаюсь сделать этот обзор максимально объективным, потому что я прошел игру и уже кое-что могу про все это рассказать. Есть, конечно, некоторые моменты, которые сразу же вначале хочу уточнить. Это, например, то, что СНК режим там еще был недоработан и есть еще недоработан, и его будут дорабатывать. Вы сейчас можете посмотреть на характеристики моего героя, которые получились у меня на кошмарном сне при игре СНК. Такого быть не должно. Не должно быть 900 силы, не должно быть 8000 хп. Ну, насчет хп можно еще поспорить, но насчет силы это слишком большой перебор, и это учитывая то, что я не проходил многих квестов, не чистил много всего и вообще много чего я не сделал, а получилась вот такая вот лютая имба. По поводу начала игры. Нам говорили, что будет проще. На самом деле не стало слишком проще, я бы сказал, стало чуть-чуть сложнее. В связи с тем, что не так уж и много золота в начале халявного тех же кошельков. Да, ребята, LP мы сейчас будем получать больше за уровни и на СНК, и на кошмарном сне. Но опять-таки, есть одно но. Теперь и больше расход LP. Те же шкуры, которые раньше стоили 3 очка обучения, сейчас стоят целых 5. Ковка раньше стоила 1 очко, сейчас стоит 3 очка. Так дальше можно перечислять вот все эти изменения. В общем, для того, чтобы теперь сначала раздобыть золото, вам придется скорее всего учить добычу руды, идти ковырять руду, делать кое-какие мечи и продавать их. Тогда можно неплохо бабла поднять и, собственно, что-то уже себе прокачивать. То есть, как и обещали, сейчас вы можете прокачать все навыки и LP у вас будет достаточно. Играете вы на СНК или не играете на СНК, владение, даже обычную силу, если играете, например, за воина, за мага, если играете ману, вам придется немного прокачать за очки обучения. Потому что царских щавелей сейчас не 30, как было раньше, даже 30+, в Харинесе, а сейчас их всего лишь 11 и пару торговцев. Многих перманентов нет на тех же местах, где они раньше валялись, да и вообще сейчас намного сложнее вначале качаться. Скорее всего, я предполагаю, это из-за того, что мы не знаем, где что сейчас находится. Мы раньше шли по шаблону, собрали сет Дракила, которого теперь нет, собрали все кошельки, собрали перманенты, прокачали себе все и погнали все зачищать. Но, опять-таки, я более чем уверен, спустя некоторое время мы также будем делать все по шаблону и в новом балансе, и все будет проходиться достаточно-таки просто. Теперь вместо того, чтобы собирать множество травы, которые валяются по всему острову, вам придется скорее выполнять множество квестов для того, чтобы поднимать те же уровни и за те же очки обучения прокачивать те же навыки, которые мы качали раньше за траву. Что касается боевой системы, ее и вправду поправили. Сейчас, когда вы будете драться с каким-нибудь наемником, он не будет резко переключать анимацию во время анимации. То есть раньше он бил анимацией шпаги и в ту же секунду переключил на анимацию щита, и сразу контратаку вам со щитом выходит. Это было очень глупо. Сейчас они переключают анимации, но не так резко, не так быстро. Сейчас это все более плавно происходит. Что касается противников в дальнем бою, возьмем для примера магов. Теперь они не просто телепортируются вам за спину, когда вы спрячетесь от них, а они будут телепортироваться влево-вправо по траектории, прыгать, чтобы вы их не достали. А они, в свою очередь, могли достать вас с фланга. Ну и, конечно, не стоит забывать о лучниках, арбалетчиках. Теперь они, когда вас не видят, они не будут прятать в ту же секунду свой лук или арбалет, а они будут мансировать слева-вправо, бегать, пока к вам не доберутся и не начнут по вам стрелять. Есть один способ для того, чтобы они убрали свое оружие, просто-напросто сагрите их и отбежите подальше, тогда они свое оружие спрячут и будут бежать уже издалека к вам с мечом. В плане геймплея я бы поставил новому балансу плюс, сейчас он стал более адекватным. Хочу также сказать насчет редких трав. Раньше они валялись повсюду, на всяких горах, куда бы вы в жизни не залезли, если бы не посмотрели какого-то гайда. Теперь они не разбросаны по всяким горам где-то там далеко, а сейчас они находятся под охраной и находятся в тех местах, куда вы рано или поздно будете заходить. То есть, если вы внимательно исследуете карту, вы наткнетесь на мобов, которые будут охранять перманентные травы. И за это, конечно же, большой плюс я бы поставил разработчикам. Еще один момент, что теперь в Харинесе множество скрижалей. Раньше их не было совсем, только древние плитки. Теперь же нам придется собрать примерно 40 с лишним скрижалей в самом Харинесе. В Яркендаре еще очень много, и на плоту древних еще больше. В общем, это очень здорово. Те же свитки огненного дождя теперь тоже не находятся где-то, так знаете, на какой-то там пирамидке, которая не охраняется.
а сейчас нужно проявить смекалку для того, чтобы их забрать. Еще одним элементом геймплея я считаю фарм. Здесь фарм стал более обязательным, я бы сказал, потому что за мобов на кошмарном сне вы будете получать намного больше опыта, чем это было в предыдущем балансе. То есть, если мы раньше за орка старейшину получали 200 опыта, сейчас на кошмарном сне мы получим целых 500 единичек опыта. Если вы захотите нормально прокачать своего героя, вам придется не только выполнять 100 квестов, но и зачистить большую часть мобов, чтобы поднять себе уровни. И честно я скажу, что это плюс. Знаете почему? Квесты — это хорошо, но фармить мобов за то, чтобы получить 10 опыта за какого-то падальщика, это вообще никакого смысла не имело, если вы не играли на СНК. Сейчас же это имеет смысл делать как на СНК, так и не на СНК, потому что опыта дают достойно. Что касается золота, баланса по золоту, сейчас он немножечко такой странный. Вначале у вас вообще нифига нет, то есть ни одной монеты, а дальше у вас этого золота хоть отбавляй. То есть если вы выучите все навыки, выучите добычу золота, плавку монет из него, также добычу руды, вы сможете поднимать достаточно бабла, чтобы выкупать все и вся, что вам нужно будет. С одной стороны, это хорошо, так оно и должно быть, но с другой стороны, это как-то немножечко дисбаланс. Вначале ты ничего не можешь, хотя тебе нужно вначале что-то прокачать, а дальше у тебя столько бабла, что хоть жопой жуй. И если вот взять сейчас, подвести итоги всего, что я раньше сказал, напрашивается вывод, что баланс делается не одну, не две и даже не три недели. Он делается почти целый год, чтобы его довести до какого-то ума. Игроки проходят, игроки выкладывают скрины на форумах, также оповещают о различных багах, несостыковках, все это фиксится, и со временем получается идеальный баланс. Новый баланс сейчас достаточно еще сырой, и его будут доводить до ума. Как уже было сказано ранее, на это потребуется кое-какое время. Если вы бы сейчас спросили у меня, какой лучший баланс сыграть, старый или новый, вот честно сказать, я бы посоветовал вам сыграть и тот баланс. Вы бы могли себе сравнить и почувствовать какую-то разницу уже. Для кого-то старый баланс будет приятнее, для кого-то новый баланс будет приятнее, но, как ни крути, они сейчас оба играбельны. С вами, ребята, был, как всегда, Центурион. Поддерживайте лайкосиком, поставьте свои комментарии, что вы думаете насчет нового баланса. Буду вам за это очень сильно благодарен. Увидимся уже на новых видосиках. До новых встреч и всем пока-пока.